стал стариком. Здоров стал больным, а мальчик стал голубым. Женщина стала мужчиной, имея на это причины. Солдат стал генералом, а маршал стал капралом. Муж одел калоши, папа купил макинтош. Мама ходит на курсы, пытаясь умерить трусость. Сосед по имени Константин старается быть один. И в этой больной жизни пробуждается любовь к отчизне у мальчика Николая ранней весной, когда все тает. Thank you.